текущей воды, острого затопленных домов и цепей. Скоро все это заживет полноценной жизнью. Туда вернутся люди, чтобы возродить вкусную землю. Пусть его сами собой принесут. Ну вот, недорого, и Москва рядом. Машина своя, раз там, раз здесь. Скульптора раньше здесь жили. Такие люди бывали. Не нам с тобой чита. Да я не себе снимаю, отец будет тут жить. Цивилизации не выносит, а тут он, самое то. Это меня не касается. Кто хотите, те и живите. Дом-то братин. При жизни совсем чужие были. А перед смертью вспомнил, дом отписал. Знаменитый при жизни скульптор был. Земля мала, как остров, без меня тебе... Умер вовремя, похоронили с почестями. А я кто? Ни то, ни сё, а живу. Папа, посмотри. Немочко. А если понравится, я могу еще на год сдать. Ну, посмотрим. Короче, как договорились, недельки через три. Ну, три так три. Ну, спасибо. А жена чего не посмотрит? Да, приболела она что-то. Голова. Далеко ехать, а не посмотрела. Единственная просьба, ничего во дворе не трогать. Тут из Москвы люди приезжают, вроде как реликвное место. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарит, чтоб за плату отдавал, тещу мамой называл, чтоб футболу равнодушен, в компании ей не скучно. Папа, а почему дядю закопали в землю? Потому что вел себя плохо, вот его и закопали. А если я буду себя хорошо вести? А если ты у меня будешь хорошо себя вести, тебя вот так возьмут и поставят на пьедестал. Ну-ка, стой-ка. Будь готов? Всегда готов. Как Гагарин и Титов. Правильно, молодец, мою маленькую. Девка мою. Господи. Мама, а там великана в землю закопали. Хорошо, хорошо. Да не поедет он. Лучше бы ты этими деньгами сортир бы оклеил. Садишься и перед глазами. Раньше хоть бесплатно блажил. Устала я, Серёжа. Суд над преступниками закончился, публика поднялась на ноги и аплодировала стоя. Алексей Николаевич с трудом сдерживал слезы, вспомнив это.